впервые вводится монастырский приказ. Что... То есть духовные царство, это духовные стены монастыря. Мне сначала не нравится пешеха, но сейчас на фоне белого всего и снега очень красиво. Именно Радонежского, именно он вместе как раз с Иваном Третьим боролся за объединение русских земель. Вот это вот ритм такой чувствуется, вот это вторжение, и как она названа очень правильно, вторжение, это чувствуется, вот это вихрень, они идут и все сжигают. Именно это.